Ярослав Восьмаков, читатель Михайловской второй библиотеки филиал Сорочинского городского округа. Александр Сергеевич Пушкин, узник. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно. Зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет: давай улетим. Мы вольные птицы, пора, брат, пора. Туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляем лишь ветер, да я.